Друзья, начинаем просыпаться, вообще продолжаем просыпаться, потому что утренний экспресс уже вовсю несется, да, к вашему хорошему настроению, к началу этого дня. И, собственно, напоминаю вам о том, что сегодня... Тема сегодняшнего эфира. Это модно, да, вот вопрос такой, это модно или не модно? Или стильно, быть может. Привет! Здравствуйте! Привет. Кто появился в нашей студии? Слушайте, здравствуйте, ну, боже мой. Эльнара Дворникова, правильно? Все верно. Эльнара, как ваше настроение сегодня? Ну, честно говоря, еле проснулась. Скажите, пожалуйста, почему вы вся в черном? Total black. Total black. Это модно или стильно? Это стильно или модно? Скорее, это стильно. А модная, это у нас совсем, ну, немножко другая уже история. Ну как же, смотрите, у вас джинсовка же, она модная, это же мода такая. Ну, мода, да, на самом деле, этой весной джинса будет особо популярна. Деним, как говорят, да? Деним. В теме. Саша, молодец. Так, дальше. Так, ну, что еще будет модным, мы расскажем. Ну, если можно, да, то есть, вообще, как это происходит? Откуда берутся новые веяния, моды, почему мы им следуем? На самом деле, веяние моды у нас, мода вообще повторяется это циклично, да, через каждые 10 лет, мы все это знаем, плюс-минус, да, прекрасно, ну, плюс-минус, да, вот, но я лично откуда беру все тенденции, ориентируюсь на британский вок. Говорят, есть Британия, Италия, то есть все законодателями являются именно эти страны? Ну, скорее да, все-таки это Италия, Британия и Франция, безусловно. Но это у нас. У нас Италия, вот если говорить о масс-маркете, да? Правильно же? Ну да. Они берут все коллекции оттуда как раз. Ну не у всех. В последнее время что-то как-то непонятно. Китай особо популярен в последнее время. Да. А вообще, что ожидаем в 2020 году? У нас очень скоро будет весна, лето. Что будет в тренде именно в эти сезоны? На самом деле, модницам сейчас нужно готовиться к тому, что все будет максимально коротко. Это мужчинам надо готовиться. Да, готовиться мужчинам и готовиться женщинам. Нет, подожди, да, женщинам нужно приводить себя в форму, чтобы быть... Потому что будет максимально короткое мини, актуально уже этой весной. Ну вот яркие цвета, можно, судя по картинке, понять, что яркие цвета... Да, это... безусловно, яркие цвета останутся по-прежнему в тренде, но и плюс ко всему... Так, да. Так. Что у нас, квест какой-то? Ну, квест, все картинки же нужно разглядеть, которые у нас представлены. Кроме этого, да, мы видим яркие цвета, мы видим многослойность, как обычно у нас повторится. И, видите, мини, да, у нас? Угу. Мини, так. И, ну, кроме всего прочего... Классика. Маскулинность, как обычно, будет в тренде. То есть, вот вы видите, например, на мне полумужские ботинки, да, скажем, джинсовка такая а-ля с мужского плеча. То есть, это все у нас будет повторено. И полоска, да. Объемные сумки, как обычно. А касаемо сумок, они вообще все модные, кожа, правильно же? Кожа будет. Что сумки? Касаемо сумок, в этом сезоне абсолютно все сумки, это, ну, сумки как аксессуар, это само по себе трендом будет. Безусловно, конечно. Сумки всегда были и останутся аксессуаром, элементом стиля. Когда они выходили стиля из моды, конечно. Элементом стиля. Нет, они были то большие, то маленькие, то клатч, то через плечо. То авоська. А сейчас хоть авоська, да. Да. Все подойдет. Отлично. Ну и а вот... как выработать свой стиль? То есть вот это все, это мы показываем моду, это стиль, тенденция. Стиль, знаешь, это на самом деле в первую очередь про насмотренность. То есть насколько твой глаз умеет выделить то, что именно близко тебе, по твоему эмоциональному состоянию, по твоему образу жизни. То есть это подчеркивает мой внутренний мир. Вот смотри, у тебя классный значок, например. Спасибо. Например. Это все, что в тебе классное есть. А у тебя классный полувер. Я сегодня раздаю комплименты. А у тебя классная внешность. Мы могли бы сказать так, но это не все. Все в целом. Да. Здорово. Вообще, ну, какие вот топ-3 совета можно дать телезрителям, которые вот сейчас смотрят, да, и думают, о, вот это модно, это мода. А эти вещи, может быть, и модные, но между собой не сочетаются. На самом деле, давайте будем следовать простым советам. Во-первых, всегда важна аккуратность. Согласны со мной? Ухоженность, аккуратность. Прическа. Все. Что-то я сегодня комплименты раздаю. Просто вчера их наполучала, сегодня возвращаюсь. Точно, слушай, да. Вот, ухоженность. Обязательно нужно уместность, в первую очередь, мне кажется. То есть в зависимости от того, куда ты идешь, например. Да, безусловно. И знаете, на самом деле, обязательно иметь маленькое черное платье, хороший костюм. Дай 5, Сашка.
касаемо мужчин, да, то есть хороший костюм, двойку, тройку и пятерку. Так. Вот, иметь, кроме всего прочего, классную обувь, то есть несколько вариантов: кеды, ботинки и... Ты спишь? И туфли. И туфли. Так. Так, и... Кожа. Кожа. Да, знаете, на самом загорела. Лучше загорела. Загорела, ухоженная и классная кожа. Немного, немного вопросов о красоте. Ведь стиль, мода, это, ну, не только в одежде. Вот раньше было как модно? Гиалуронки все накололи, у них все хорошо, да? Да. Типа да, следят да, за собой. Да, да, а да, сейчас да. же это все из моды выходит. А я слышал выходит вот вчера с экспертом... Выходит натуральность, минимум макияжа. То есть чем ты проще, чем ты небрежнее, да, допустим. Вот. Как будто бы, знаешь, такой свеженький проснулся сразу с кровати и сразу в эфире, да, красивый. То есть естественность, естественность и мини-юбки. Простота и мини-юбки, да, и классная обувь. Спасибо. И хорошая тебе. Стрижка. Ну и надо не забывать, ребята, о том, что сейчас в наше с вами время есть отдельно люди, знающие, к которым можно обратиться, которые помогут вам советом, как такие вещи друг с другом сочетать. Обращайтесь, Семен Сокол, 8922. А, кстати. Что за пиар? Мне можно, знаете ли, сучка. Я хотел что сказать-то. А, можно пойти в магазин и не выбирать из представленных вещей, а сделать вещь под себя, уникальную какую-то. Взять футболку, так. На нее клея намазать, бисера посыпать, угу. И, ну, красота. Для будет. Тебя может быть. Так. Не, ну а можно пойти к профессионалу, который отошьет прямо для тебя костюм нормальный, вот, чтобы вот. Он не висел, не болтался. В наших гостях Эльнара Дворникова. Благодарим вас за сегодняшний утренний спасибо, визит. Ребят. Спасибо огромное за то, что почтили нас своим присутствием. Сёма! Мы с тобой должны продолжать эту модную тенденцию вести эфир. Как мы это будем делать? Со взмахом, со взмахом, с полетом. Как мы это будем делать, я пока не знаю.